Приветствую, друзья, на прохождение Cross Racing Champions. И в этом видео будем продолжать гонять на баги. Кто не смотрел предыдущую часть, ссылка будет в конце этого видео, поэтому переходите, смотрите все. И давайте с вами начинать. Продолжаем. И у нас следующий круг. Это длина 2030 километров, 4 кругов, также бездорожье у нас идет. И смотрим, что у нас здесь есть. Так, Pro-Go Trophy SD, финишируйте третьим. Stage 2 для корпуса, для баги, финишируй в первых двух местах. И так, набор ПП, привод для баги, выиграй. Все, нажимаем это самое. И теперь выбираем. Ну-ка, стоп. Грязь, грязный путь, 13, это самое, короче, тоже внедорожное надо, шины, внедорожное, гравий, не, внедорожное ставим, так, стандарт для корпуса, стейдж 1, что нам это дает? Ничего, только ухудшает, так, дальше, вот, смотрите, это маленький двигатель, объем всего 800 кубиков, выдает мощь на 70 момент. А ну-ка, мы сейчас по характеристикам посмотрим. Так, распределение веса 39, ускорение до 100 километров сколько? О, да, ё-моё, вообще рвать будем их всех на куски. Так, и здесь у нас стандарт тормоза. Где тут у нас тормоза? Набор более мощных, но регулированных деталей с тремя пресетами. 11.9, короче, настройки задний, передний, не, по умолчанию ставим, поэтому ничего там трогать мы не будем. Тормоза нужны нам хорошие. Так, ну в принципе все. Давайте начинать. Посмотрим, как она вырывает. Ну да, стартует гораздо быстрее. Очень классно вообще автомобиль ведет себя по дороге. Вот реально чувствуешь, что автомобиль едет. Вот смотрите, мы его уже на первом спецучастке. И уже нагнали. Уже вырвались как зверьё вообще. Тормоза надо было нам настроить. У меня по умолчанию стоит. Надо было нам поставить тормоза, чтобы передние были, чтобы в повороты хорошо ходить. Вот. Плохо так, так же за нами. Оп, едет. Это мы только первый круг, а он нас уже нагоняет. Нифига себе. Вот это борьба. Ух, ух, ух. Ребята, вот это да. Ну, тачка у нас быстрая. Надеюсь, что мы сможем его нагнать. Он, в принципе, от нас не так уж сильно и отстает. Поэтому... думаю, нагоним. О, ну теперь мы точно не нагоним его. Все, ребята, это уже сначала, поэтому перезагружаемся.
неплохо держится. Хотел его немножко так протаранить. А, спасибо, друг. Он нам в качестве забора был. Так, вот это вот поворот такой у нас резкий, поэтому лучше мы не будем спешить на нем. Вот. Нельзя ему давать дорогу, пусть он лучше сзади пасется. Идем первый круг. Главное проехать удачно. А, у нас 4 круга. Так нагоняет катер. А, помню я этого катера. Он как раз на обзоре, когда я делал обзор на эту игру. Он борзый, этот гонщик. Знаю, знаком. Так, второй круг у нас уже поехал с вами. Вот. Пока неплохо с вами идем. Второй круг. Пока даются нам победы изи, но я думаю, там чем сложнее, чем дальше мы карьеру будем проходить, там сложность будет увеличиваться. Поэтому особо радоваться не стоит на первых, так сказать, спецучастках. Но пока неплохо. Идем так, третий круг пошел у нас. Катер от нас отстает на 4.33 секунды. Вот, идем сюда. Главное, чтобы нам автомобиль не занесло, потому что если развернет, мы потеряем уйму времени. Особенно на вот таких вот поворотах, как вот только что был. Так, ну вроде как, ребята, неплохо идем. Третий, сейчас уже скоро будет четвертый круг. Последний круг, осталось его просто удачно проехать, не тормозить. От катера мы уже
лидируем на 5 с лишним секунд, поэтому это хороший запас по времени. Также неплохо мы вот считай на 6 секунд даже. Ну, в принципе, уже и финал. Возможно, даже успеем еще один спецучасток с вами проехать на это видео. Я думаю, все будет в лучшем виде. Ну, в принципе, все, мы лидеры. Оп, ты выиграл. Отлично, нажимаем продолжить. Так. Вот, и остается у нас еще один спецучасток. Это 2,5, это круги 5, соперников 4, также баги. Поэтому выбираем. И здесь у нас Лабаха Бест какой-то. Не знаю, что это такое. Тачка, наверное, какая-то. Риген Трофи класс Е. И стейдж подвеска для баги также выиграть. Ну отлично, нажимаем и стоп, сейчас мы посмотрим. Так, 86 болота, все ясно. Так, хорошо, значит, внедорожный песок, гравий, не, внедорожные ставим. Стейдж 1, не, здесь мы не трогаем. Мотор также не трогаем. Вот, вот коробка у нас появилась новая. Значит, спортивная. Что у нас здесь? Максимальная скорость 167,5. Немножко разгон у нас будет меньше. Но максимальная скорость выше. Вот из-за чего. Ну, давайте, в принципе... В принципе, попробуем. Конечно, разгон немножко меньше нагонять, но на таких вот длинных спецучастках будет уже проще. Так, и вот у нас полный привод задний 10%. Так, вот, смотрите, у нас что есть настройки. Так, 55%, 0 блок, 50 блок. Так, набор деталей для передачи частной мощности на переднее колесо, распределение 25-75 и 0,50%. А ну-ка, давайте вот 50% блок поставим. Мне просто самому даже интересно, что оно нам покажет. Окей. Нажимаем. Какая извилистая дорога. Не, блок, наверное, нам не нужно было ставить. Машина хуже едет. Ну, мне так кажется, по управлению. Уф, прыгаем так. Да,
Да, блок не нужно было ставить, потому как машина на поворотах хуже себя чувствует гораздо. Поэтому на вот таких вот длинных спецучастках на машине, конечно, мы... Мы первый круг едем, да? Так, вот второй круг у нас пошел. Ставить, конечно, 5% блок, потому как машина в поворотах уже себя ведет. Но вырвались мы так в принципе неплохо. Уже смотрите на 6 секунд. Опережаем, что не может не радовать. Должны выехать. В принципе, трассу я уже выучил. Два круга с вами проехал. Поэтому должно теперь все быть изи. Пока, конечно, мы держим лидерство, это, конечно, неплохо. Аккуратно рассчитывать все повороты, чтобы меньше давить на тормоз, стараться проходить. Ну вот как-то так. Четвертый круг, остается уже не так много времени на заезды, поэтому все, думаю, должно быть супер.
вроде неплохо, да? Едем. Так, теперь вот здесь вот главное нам так вписаться хорошенько. Вот, отлично. По такому вот полукольцу проехать, и в принципе останется у нас последний круг заезд. Последний круг проезжаем. Ух. Я ж немножко вспотел. Так. Есть. Тут хорошо мы заехали. Ух. Как резко нас развернуло. О, слышите? Подвеска скрипит. Расшатали ее, значит, неплохо так. Так, какой-то Леблан второе место держит. Лебланчик. План или сами знаете кто. Так, ну вот, ребята, и победа. Все отличненько. Так, вот, продолжить. В общем, ребята, выиграли мы все 4 спецучастка на баге, поэтому на это видео, я думаю, достаточно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии, которые будут выходить именно по этой игре. Ставьте обязательно лайки. Рассказывайте друзьям. И жду вас в следующей серии. Всем пока!